Ханахаус, впереди два главных важных для нас матча против сборной Болгарии и Польши. Короткий комментарий по соперникам. Ну, понятно, что мы готовимся с полной ответственностью, и тот большой перерыв, который сказался на паузу сборных, с одной стороны, наверное, не очень приятен для всех, да, с другой стороны, вот то, что мы сейчас собрались, вот эти первые дни, ребята с большой радостью, с большим интересом, как будто мы не расставались, да, работают очень хорошие. У них самоотдача, очень надеемся, что это передастся и в игровой режим. Как думаете, сильно ли изменится игра болгар и поляков по сравнению с матчами, которые мы играли в первом круге? Ну, мы понимаем их стиль игры, мы понимаем, кто будет вызван из игроков, поэтому для нас, в принципе, это не в новинку, мы с ними играли. Вопрос, я всегда говорю о том, что в каком мы окажемся состоянии вот в этот конкретный день, в функциональном, игровом состоянии, в ментальном. Как думаете, как сильно скажется отсутствие Феди Чалова на нашей игре? Ну, с одной стороны, это неприятный момент, с другой, это часть футбола, да, поэтому мы должны быть к этому готовы. Пожелали ему удачи, очень надеемся. Возможно, если какая-то динамика положительная будет, будем внимательно следить за ним, но в то же время не стали мы рисковать, понимаем, что здоровье игрока превыше всего. Матчи будут проходить без зрителей, насколько это сильно изменит расклад сил? Ну, понятно, что если мы весь год провели в регионе при очень хорошей, качественной поддержке болельщиков, для нас это большой плюс, но таковы сегодня правила игры, надо их просто принимать как данность и выполнять свою работу и добиваться результата. Ну и, наконец, какие впечатления остаются от сборов после такого длительного перерыва, учитывая еще всю обстановку? Ну, весь сбор впереди, мы только фактически начали свою работу, да, но уже, как я уже сказал, по первым дням видно, что ребята соскучились, они работают очень хорошо, с качественной самоотдачей, вспоминают и впитывают те определенные требования, которые были у нас, какие-то определенные нюансы, которые мы добавляем сейчас, поэтому здесь как бы все идет поэтапно, все идет своим чередом, готовимся к двум играм.